клипса какая-то упала, но, в общем-то, остальные все клипсы на месте. В чем же прикол? Почему у нас не работает вот этот вот ручка? Значит, вот я максимально подлез сюда. Значит, попробую заснять. Конструкция такая. Вот она ручка. Вот вы ее нажимаете с другой стороны. И вот этот петушочек опускает вот этот вот штыречек вниз. И таким образом открытие происходит. Вот видите, это все дело соскочило. И насколько я понял, вот эта вот пимпочка, которую я нашел, она отсюда. Она просто соскочила. Ставим ее назад. Но чтобы вставить, нужно быть просто, блин, богом. Не получается у меня вставить, поэтому снимаем ручку. Будем вставлять в ручку отдельно. Значит, вот эти два болта, раз и раз, они на 10 откручиваем. И один саморез с другой стороны. Так, открутили. Теперь переходим на вот эту сторону. Задираем ручку, откручиваем вот этот саморез. Ну, ручка как бы отцепилась, но выходить не хочет. Поэтому ее нужно вот так вот как бы открыть, придерживая пальцем. И вот как бы вот так вот немножко снять. Теперь мы вставляем. Но все-таки вот она вытаскивается. Все-таки есть шанс потом ее опять потерять. Поэтому рекомендация вот сюда вот что-то загнать. Вот. И, ну, и запомнить про это. Итак, друзья, ну вот, все получилось. Значит, смотрите, что я туда загнал. Значит, есть такие пластмассовые стяжки. Это кусочек от этой стяжки. Он туда отлично зашел. И я немножко его сверху помазал герметиком, чтобы он там не жался. Герметик Виктор Рейнс. Чудо-герметик. Ссылку на него тоже вы получите в описании. Проходите, заказывайте. Вот, все защелкнулось. Все встало, но дело в том, что она регулируется. Теперь наша задача закрутить ручку и проверить, как это все работает. Прикручиваем обратно болты. Регулируется она очень просто. Значит, вы ее, вот этот вот сам механизм, сейчас вот пальцем, его вот так в сторону чуть-чуть, получается в сторону самой ручки, толкаете. Просто чуть-чуть на него нажимаете, и регулировка происходит в автоматическом режиме. Закрылась и открылась. Закрылась и открылась. Закрылась. И в самом почти в конце, видите? Так, а у этой двери интересно где? Ну, тоже в самом конце. Ну, да и бог с ним. Нормально. Так, ну и сборка, друзья. Ну, все.